Тапочки, Арти. Да кому говорю? Тапочки. Арти, а? Тапочки. Леня! Да, дорогая? Леня, тапочки! Несу, милая. Тоже мне служебная собака, служебная собака. Зловещие мертвецы. Отлично. Восставшие из ада. Классика. Техасская резня бензопилой. Такая прелесть. О, звонок. Ох. С вас 400 рублей. Угу. Час. Держите. Скажите, а вы уверены, что вам именно это нужно? Кстати, у нас такая проблема. Мы 3 дня уже в туалет сходить не можем. Ну, что, солнце, пойдем домой? Еще раз попробуем. Ну да. Пойдем. Вы запомните, а потом подойдете ко мне снова, хорошо? А ну давай бабки сюда, быстро все! Ой, ой. Это ограбление, да? Я тебе сейчас палец отстрелю, много вопросов задаю. Ой. С этими новенькими, а? Это ограбление, да? Это инкассация. А вот сказали бы сразу правду, минут бы 20 ковырялось. Пошли. Молодой человек, может, вы все-таки примете заказ? Я услышал. Значит так, мне пиво, а моей девушке бокал красного вина. Красного вина? Одну минуту. Ну и сервис здесь. Правда, дорогая? Да-да. Читайте буквы вот в этом ряду. С, Е, Н. Неправильно. Почему неправильно? О. Цена 35 копеек. Да, действительно. Другим глазом читайте. С, Е, Н, А. Хорошо. Да, да, договорились. Угу. Галюшечка, дай, пожалуйста, справочник. Да. Спасибо. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Здрасте. Поздравляю вас прошедшим 8 марта. Ай, спасибо. Спасибо. После нашей корпоративной вечеринки одна Золушка в моем кабинете что-то оставила. А я вот не помню, кто. Ну что, будем примерять? Да, будем примерять. Мы согласны. Мы согласны. Вот. Не-не, это, надо примерять, иначе же я не пойму, кто. Ладно.
Это были главные новости дня. Оставайтесь с нами. И последняя новость. Вчера один козел вернулся домой под утро, пьяный и весь в губной помаде. Между прочим, этот козел уже объяснил, что полночи провел на срочном совещании у программного директора, и что вскоре этого козла могут повысить до редактора. Я не знаю, кто и куда повысит этого козла, но свои вещички он может забрать уже сегодня. И чтобы духу его не было в моем доме. В твоем доме. Да я там тоже прописан. Ничего, как прописался, так и выпишешься. Психичка. Кобель. Дура. Ой, слушай, Ген, нужно с мамой поздравить. Забыли. Давай, набирай. Здравствуйте, мама. Поздравляю вас с днем рождения. Извините. Извините. Мы сюда попали. Ладно. Здравствуйте, мама. Поздравляю вас с днем рождения. Слушай, мужик, мы просто не туда попали, да? Не возникай. Давай. Ага, давай. Ничего не понимаю, подожди. Мама, поздравляю вас с днем рождения. Да? Слушай, мужик, помолчи, да? Че ты сказал? Че ты сказал? Ты сам придурок, ты понял, да? Ты придурок. Алло, алло. Ой, пап, привет. Привет. А мама дома? Ага. Дай, пожалуйста. Таким образом, суть сетевого маркетинга заключается в том, что вы приводите к нам 5 человек, готовых работать дома. Теперь вы получаете возможность работать на самого себя и стать главой ячейки. В дальнейшем каждый член вашей ячейки должен привести еще по 5 человек, ну и так до бесконечности. Товарищ Говоров, а можно как-то проще провести мобилизацию Красной Армии? А может, ее просто объявить? Смело. Ого-го! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-ой-ой-ой. Выбрали что-нибудь? Да не. Очень дорогие у вас столы, а мне что-нибудь попроще. Вы знаете, мне кажется, я знаю, что вам нужно. Обратите внимание вот на эту модель. Чё? 500 рублей? Да. Ха, мне нравится, мне подходит. И вы знаете, к нему в комплекте идут 2 замечательных стульчика. Чё мне надо? Я возьму. Дорогая, ты скоро? Сейчас. Твой котик тебя заждался. Сейчас, котик. Мурмурыч, ну давай скорее, иди ко мне. Уже иду, котик мой. Сейчас вот только нанесу свой новый крем и иду. Какой еще крем? Очень хороший новый. Противозачаточный. В каком смысле? А, вот в таком смысле. Ты работает? Ты же... Классно. Пиши дальше. А еще, сынок, одевайся теплее, ешь побольше, слушайся командира. Как получишь письмо, с ответом не тяни. Любим тебя, целуем, твои папа и мама. Теплее. Любим тебя, целуем, твои папа и мама. Папа. Папа и кто? Мама. Мама. Все. Да.
О. Миронову ПВ. Это сыну нашему Алику. То есть история совершенно такая. Ты понимаешь, она уже вышла сам. Простите, пожалуйста. Извините. Вы не будете против, если я возьму у вас лишний стул? Да, конечно, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, говорите, какую татуировку хотите. Вы знаете, я хочу выразить чувство к моей девушке и выколоть на плече ее имя. Мы просто очень любим друг друга. Хорошо. И как ее зовут? Ее зовут Светлана. Красивое имя. Ну, потерпите, будет немного больно. Алло, да, Светик, привет. Что? Что ты говоришь? Не, что ты сказала? Что? Ну, пока. Написали? Написал. Калите дальше. Тире, дура. А Людка в Турцию съездила, да. Но ей не понравилось. Отель плохой, сервиса никакого, еда ужасная. Ну ты же знаешь Людку-то, ей всегда все не нравится. Ну, конечно. Я к Эдуарду Владимировичу. А, Эдуард Владимирович занят сейчас. Вы посидите, подождите. Эдуард Владимирович, я правильно сказала? Вы же заняты сейчас? Правильно, правильно, он занят. Ну вот, вот, она, короче, говорит, что в Турцию больше не поедет, да. А мне понравилось, я не знаю. Мне вообще кажется, что все от отеля зависит. Да. Ой, какой... Добрый вечер. Добрый вечер, какое пальто у вас красивое. Дорогое, наверное, да? Ценное. Ну, хочу вас сразу предупредить. Вы знаете, мы не несем ответственность за сохранность ценных вещей. Если, конечно, вы не против, я, пожалуй, свое пальто возьму с собой. Ну, это дело ваше, как бы. Ой-ой-ой-ой. Добрый вечер. Добрый вечер. Кофточка какая у вас легкая совсем, а? Я вам по секрету скажу, вы знаете, у нас в зале сегодня так холодно. Система отопления сломалась. Да? Да. Я бы на вашем месте все-таки пальтишко бы накинула. Ой, спасибо большое, что предупредили. Спасибо огромное. Конечно, работа не такая. Ну что, Ирочка, как идут дела, как работа? Ой, да никак, Федор Гедеминович. Одни мерзляки, жмоты. Вообще работы нет. Может, если я домой пораньше пойду, а? Ну что ж, раз работы нет, конечно, идите. Только я хотел... Да. Рыбки. Это замечательно. Успокаивают нервы, расслабляют, снимают отрицательную энергию. Вот вы 5 минут рядом постояли, чувствуете эффект? Действительно, прям настроение поднимается. Давайте, я их беру. Алексей, ты рыбок продал? Не твое дело, заткнись! Чувствуй!
Дорогая, это я, открой. Опять пьяный, да? Пьяный? Вот провальный, туда тебе наливали. Зайка, ну, хочешь на колени встану? Хочешь? Ну, поклянусь, это последний раз. Праздник все-таки же. На прошлой неделе был последний раз. Ну, холодно же, ну. Ладно, заползай, гадина. Товарищ генерал, ваше задание выполнено. О. Молодец, Громов. Умеешь найти подход к женщине. Я бы так не смог. Вы уж только не бейте его. Как пойдет. Доктор, а вы уверены, что у меня сейчас 27-я неделя беременности, а не 23-я? Конечно, конечно, 27-я. Какой кошмар! Да вы что? Беременность это радость, голубушка. Да нет, нет, я не про это. Просто если у меня сейчас 27-я неделя беременности, то я замуж-то не за того вышла. Какой кошмар. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, приступим к экзамену. Тяните билет. Ну же, голубчик, тяните билет. Ой. Что такое, расстроились? Не готовы отвечать по этому билету? Да я просто... Хорошо. Я дам еще один шанс, последний для вас. Тяните билет. Вот, вот, вот именно к этому билету я и готовился. Счастливчик. А давайте сразу перейдем к ответу. Никому не двигаться. Это ограбление. На пол! На пол все! На пол, я сказал! Деньги. Рукавички. Чего? Мы вам на прошлой неделе 3 раза отказали в кредите. Неужели вы думаете, что я вам сейчас денег дам? Сволочи вы. Ну, кто там следующий? Давайте, это Рукавичкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы могли бы посоветовать мне какой-нибудь фильм? А какой жанр вас интересует? Все равно. Главное, чтобы он не был длинным. Не люблю я длинные фильмы. Тогда вам подойдет вот этот боевичок. Смотрится на одном дыхании и абсолютно-абсолютно не затянутый. Вы знаете, и еще, при покупке этого диска
вторую часть фильма вы получаете абсолютно бесплатно. Ой, заманчиво. Да. А можно посмотреть и качество? Конечно. Сейчас. Микки Рурк в фильме «Жаркий асфальт». Даже не... О, Джонни, что ты делаешь? Я пришел отомстить за своего отца. Конец первой части. Ну как, захватывающе? Да. А сейчас вот вторая часть. Микки Рурк в фильме «Жаркий асфальт 2». Даже не... О, боже, ты жив? Да, я пришел отомстить. Конец фильма. Классный фильм. Самое главное, что не затянутый. Я сам несколько раз пересматривал. Ёлки-палки, я уже не знаю, что делать. Знаешь, я что только не делала. На японской диете сидела, на австралийской сидела, на португальской сидела, и вообще ничего не помогает. Вот как эти лишние 6 килограммов были, понимаешь, так они и есть. Ну и вообще ничего не помогает. Да я плюнула. Ты знаешь, боролась с этими килограммами и плюнула. Просто... Опять? 2 недели тебя не было. Опять? А нет? А ты где так похудел? А как ты так похудел? Ну-ка, иди сюда. Сюда иди. Иди сюда, быстро скажи. Рассказывай давай, что смотришь, как похудел. И говори, Эл, сволочь, иди где ты похудел? Иди сюда. Иди сюда, как ты похудел? Как ты похудел? Лучший секс в моей жизни. А я же говорил, что если мы случайно дверь перепутаем, они только рады будут. Ты чего, по домам?